Дайте каску по ШП. Это заклинание еще не готово. Подожди 10 секунд, дай поесть рыбу, заебал, куда ты спешишь так? Сейчас 08 у меня. Это было неразумное решение. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ну, Алексис, красавец. Как вам такое? Это заклинание еще не готово. Угадайте же! Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Дверь открыть надо. Вот. У тебя не получилось. Как вам такое? Это заклинание еще не готово. Как вам такое? Угадайте же! Это заклинание еще не готово. Надо подождать.
просто не было бы ему сразу нормально. Хуй знает, что он вечно этих 8 укусов ждет. А что тут багруха должна быть, да, из козырного? Кто эту лужу с центра развил вообще? Машулечка. Нет, Машулечка в центре лужи развела. Да это я что-то засмотрелась, простите. Вообще, блин. С обычки, которая... Я пока офнусь на этом трешке. Так, шифите пока без меня. Потому что у кого-то мана. Не вешай кого-то. Не двебер, Ярис. Пока в бою есть. Джест зашел тут. Джест зашел. Или когда вот этот задний трэш не загревает. Ну, это высшая степень профессионализма. Блять, от всех, слышь. Есть еще войско, может, какое? На мне моб присел.
он не 90% снял, и лужа добила. Так я от моба убегал, потому что 90%. Я пока не могу. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного ангела. Жалкие невежи. Все, я тут. Еще добежать надо. Да. Не.
На лапы нет. Поклон, что ты где? Я слева? Справа там где? Огненный. Слева сверху. Портал на последней секунде забрал. Огненный лево вниз. И фестил, брат, извини. Зомби бьет шамана. Огненный справа, сверху кастует. Да, да, есть. Я излечилась. Ура, она излечилась. Как новенькая.
шел курить. Я тоже. Димон, ты же не куришь. Я планету иду. Тащите мелких дракончиков. Ох, ох, этот трэш просто великолепен. Ладно, большого дракона сюда притащить, пусть этот пидор сдохнет. Давайте кто попадет под эти лужки ледяные, тот непрофессиональный игрок.
Да, тут Борька Моисеев. Давайте. Там с ней замирать и петь умирать. Так, фрошмо, да, надо взять? Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Скажите что-нибудь, пожалуйста. Что? Все, понятно, нормально. Ты иногда что-то РК лагает, бажится и не слышно. Войд, а ты говоришь что-нибудь? Ну, скажет. Если он не скажет, то все, я не смогу ничего сделать. Что сказать, алло? Что ты там с братом тусуешься? Он бог играет? Не. Так. Давайте проверяйте. Проверяйте бафы. Чек на бафы, на пул. Сейчас выключу его голосом. Чек. Бля, мне тенденция. Хиде оставалось или ШП? Voice activation. Может, как... Чек на Поклонского. Первый раз это ледяное пламя увидел синее. Это так круто смотрелось.
Только беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Здесь ваше вторжение и окончится! Никто не уцелеет! Метка на ПДК. В центре слева. Я заберу. Да? А вот и идеально. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Блять. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия, а теперь почувствуйте всю мощь господина и погрузитесь в отчаяние. Прочитайте это заклинание. Беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь без. Беги,
малышка, беги! Чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Лут поменяй, бегом лут поменяй, никто не лутает. Серенадство упало. Слишком далеко. У меня все вкачано, знаете? Шипестая песня. А че, еще не запустили? Сейчас поставлю вам. Вот, пожалуйста. Только спускай. Мне бросить ледяную скорбь. Дим, блин, слезь с рыбы. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых. Чтобы ты увидел финал, не могу допустить, чтобы печать.
У тебя на магии квадрат. Вот Йегер. Как можно нахилить? Сюда диван сакрифайсера. Капец, сейчас опять баф, типа, общество. Я по дисплею. Блять, он убьет меня или что? Он дурной, что ли? Ты не можешь же пати, он сейчас вылетит, потом сумонит же, да. За что он ему БП дал? Я тоже хочу. Походу, он на него сел, что ли, не знаю. 5-6 просто. Он вспомнил про Проха, что он... Что он вспомнил? То, что он тебе говорил поднимать человека, ты этого не делал. Так у меня маны не было, чем его поднимать. А почему у нас минус 2? В смысле, маны не было? Я про БР на профи. А, я ж его отдавал. Сука, пиздец, блядь, то кричал и не доставал, то еще что-то придумал. Вот, Ягер зашел, не сумонтил лазипанк. Он меня спросил, а я был слишком далеко. Я пока до него добежал, хотел дать Бэра, тут же лужа появилась возле меня. Я уже давай в другую сторону смещаться, чтобы кинуть еще раз. Да. Нет. Меня не доходит.
Клиент кривой. Я могу спекнуться, но у меня отхила особого не будет. Че, запускаю? Лапы нет. Нет, сейчас 5 секунд отвиснет. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения. Да, я сейчас его донес. Ты будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством. Уже запустили, что его запускать? Куда Макгрегор дел? Сейчас меня выкинули. Сейчас я успею думать зайти. Живой идет, давай бегом. Да, сейчас грузит. Сука дешевая, блядь, грузить быстрее. Так, блядь, разобраться, что тут все. Нет. 74. Дайте кимному. Даю. Суперсфера бьем. Полян, отойди от этого низа. И назад отойди к рейду. Ягер, Роман, плесните.
Спасибо, какого Вальки? Стану тебя Вальки летит, он говорит. Не понял. Блять, у меня ДП мафичность. Ебать, у тебя право. Это ГП. Грел говорит выбежать вправо, луж, центр лужи слева от полета Валик. Так они еще по ходу Валик развиваются, то есть человек не наперед побежал. Главное, что он не бежал туда, куда нужно было бежать. Каурка. Знаю, знаю, затыкал просто. Давай спять мне в хила помогу. Так дело не в хиле, ебать, чё вы в хила. Причём дамаг, увидели, что сейчас залили рейд? Что ты говоришь, Санёк, еще раз? Я говорю, дело не в хиле, не в дамаге, просто сейчас рейд залили. Ну, да, вообще, да, вайп из-за того, что Варф просто топтался в рейде с лужей, всё. Ладно, хорош, он уже сказал, что он просто завтыкал. Че пиздец, что ты разошел? Тут-то, блядь, я каждый день... Те две недели, блядь, первый раз накосячил, вы, блядь, саранча налетели. Да, блядь, человек 10 уже сказал, блядь. Вар. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь. Ваши тотемы в рейндж-зоне не достанут до хило. И давай танков и все прочее. Ставьте их под центр. Еще стойте звезде на перебежке.
послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Побежал. Да. Ягер, отойди от края, иди в центр. Кто вместе с Поклонским побежал налево, это пиздец. У
на что с хилом, агрегор просаживается до 10%. Ну, тут виноват тот, кто вместе с Поклонским бежал направо, там были люди, человек 5 туда побежало. Неужели непонятно, что если он говорит влево выносить человека осквернение, то весь рейд после того, как кидает осквернение, должен вправо смещаться? Да неважно на ком, один человек смещается слева, если вы видите, что кинулось осквернение не на вас, вы смещаетесь.